начинаем нашу программу. И я хочу сказать, что играет, между прочим, преподаватель и ученик детской музыкальной хоровой школы номер один. Илья Спрыгин и Александр Харитонов. Вот что значит живая музыка. Это действительно отличное настроение. И это настроение сегодня нам дарит музыкальная, детская музыкальная хоровая школа номер один. И представляет ее директор детского учреждения школы искусств Татьяна Карташова. Невозможно остановить, вот что значит живая музыка, да? Так и хочется, чтобы она продолжала свое звучание. Они играют очень интересно, музыкально, эмоционально, внутренне наполнено все. Да. Это чувствуется. Не просто технично, а именно передают настроение. Нет сил у меня даже остановить игру, но придется это сделать. Спасибо большое за ваш аккомпанемент. Татьяна Анатольевна, спасибо за настроение и вам. Расскажите, пожалуйста, что же у вас за школа такая чудесная, где играют эмоционально, с душой, наполненно, содержательно? Наша школа называется «Детская музыкальная хоровая школа». Ее история восходит к 60-м годам, создание первых хоров в школе. А почему хоров? Самый демократичный, самый массовый вид искусства, доступный. Это коллективы хоровые, где все дети могут воспитываться в одних направлениях. Но у нас еще и все ученики играют. Да. Каждая школа уникальна, музыкальная. Но наша отличается тем, что у нас половина, во-первых, мальчиков, как не в каждой музыкальной школе. Сегодня вот какой состав прекрасный. Сегодня мужской состав, да. И у нас не только играют, но и поют. Поют и играют. Танцуют. У нас много очень интересного. Да. У нас очень интересная жизнь. Михаил, хочу спросить, вы поете или играете? Или все вместе? И танцуете? Пою и играю. Михаил Шлапков, еще один наш участник программы. Скажите, пожалуйста, Михаил, про ваш инструмент расскажите. На каком инструменте вы играете? Я играю на баяне. А почему такой выбор? В семье что-то было? Или услышали? Когда я хотел пойти в музыкальную школу, я выбирал. Я выбирал инструмент. Увидел видео известных баянистов Войтенко да, и Хромкова. Мы их все знаем. И я вдохновился их игрой. Решил пойти по их стопам играть. Вот зачет Войтенко, да? Какой, да. Дети идут по стопам. Уже это такой плюс, да, творчеству и вообще заслуга такая. Спасибо, Михаил. Я хочу сказать, что мы послушаем сейчас твой фрагмент, который записали заранее, и потом продолжим разговор. В течение нашего эфира будет очень много музыки, поэтому не переключайтесь, смотрите. Татьяна Анатольевна, ваша школа вошла в 50 лучших школ искусств в России. Как вы этого достигли? Что это за конкурс? Он проводится, наверное, давно, ежегодно. И вы первый раз стали победителем или нет? Первый раз. Первый раз? Первый раз. Это очень серьезный конкурс. Проводится он не очень давно, но школ, получивших, заслуживших такое почетное звание, немного. В нашем городе их три. Это школа Чайковского, художественная школа номер два
и мы. Как приятно, что вы о конкурентах своих говорите, называете их. Конечно, это коллеги, друзья, у которых нужно учиться, и мы учимся друг у друга обязательно, мы хорошо общаемся. А как по-другому? Вот вы назвали три лучшие школы, и все-таки еще раз задам этот вопрос. Чем ваша школа, по вашему мнению, отличается от этих же вот тоже таких? А вот наша школа отличается как раз тем, что все дети организованы в хоровые коллективы. Они не только играют, а играют они не только на инструментах, но и в оркестре народных инструментах, в ансамбле народных инструментов. И так дуэты, ансамбли, квартеты, всевозможные формы. Но еще и все объединены в хоровые коллективы. Наша уникальность в том, что мы располагаемся на базе гимназии номер 2. И не только располагаемся, а проникли буквально вот во все сферы жизни. Мы одно целое фактически. Все ученики – ученики гимназии номер 2. Каждая параллель, в параллели 2 класса – это хор, хоровой коллектив. У нас их 9. Да. Во-первых, это дает возможность вот именно оказывать влияние воспитательное. Большое значение имеет, потому что в основе любой образовательной деятельности лежит воспитательная деятельность. Да. А через хор, через пение в коллективе можно ведь научить всему. Да. Илья, вы кроме игры на балалайке поете в хоре тоже? Да, конечно. Да? А вот эти ощущения, когда вы вместе с коллективом, с хором, вот что они вам дают? Или такая обыденная уже, ну, учеба, выступление, для меня, репетиции? То есть, сколько я учусь в школе, для меня это уже обыденно, в принципе. А так, поначалу очень красиво. Красиво. Красоту, да? Ну, привычно, необыденно, да, а да, привычно. Да, вошло в привычку. Ну, красота звука, да, звучание, наверное, вот уже ощущаете, когда все вместе? Конечно, красоту своего голоса тоже можно любить, конечно, и восхищаться, конечно. Но когда с хором, это уже слияние звуков. Во-первых, хор, плечо товарищи, коллектив, успех. Похуже ты выступил, получше ты выступил. Это все равно успех коллектива, и он... И ответственность. Твой тоже. Да? Ответственность. Ну, все вот абсолютно. Можно воспитать только в коллективе, в общем. Да-да-да. Илья, аргументируйте выбор инструмента. Свой. Как вы к этому пришли? Ну, у меня играл мой брат на балалайке, то есть я пошел по его стопам. Наследство. Удивительно, еще и брат. Думала, Илья тут, у нас такой интересный случай, еще и брат играл. А кроме брата в семье, значит, тоже играли, получается? Да, у меня папа играет на гитаре, то есть умеет он играть на гитаре. И еще один брат тоже умеет играть на пианино. Татьяна Анатольевна, а много приходит детей из, вот если так вот проанализировать, из музыкальных семей или из семей, которые вообще к творчеству и к пению не причастны были, а попробовать детям? Ну, наша школа уникальна, и поэтому идут в первый класс, у нас дети занимаются с первого класса в гимназию, уже с целью заниматься музыкой. И приходит очень много выпускников. Преемственность и сохранение традиций, как раз вот мы и можем сохранять свои традиции из поколения в поколение. Моего возраста, бабушки, мамы, их дети, внуки. И вот это вот на протяжении многих десятилетий. Да, 60-х годов. Александр, ну вы тоже, наверное, учились в этой школе или нет? Или пришли? Ну я вообще... Извини. Нет, я учился и рос вообще в области. То есть сюда я приехал уже когда учиться, вот остался в Самаре. Вот, поэтому, а чем же, вот почему выбрали детскую музыкальную хоровую школу номер 1? Ведь школа-то вот как... Знаете, я специально не выбирал, но вот то, что вот получилось так, что я попал в эту школу, я, конечно, очень рад. Мне, я считаю, повезло в плане того, что очень такая атмосфера царит в школе, как бы творческая, да, способствует творчеству. И в то же время мне очень повезло с коллективом, вот с нашим отделом народным, в частности, да, и со всем коллективом. То есть мы друг, есть царит взаимопонимание, да, поддержка, и, собственно говоря, из этого складываются вот наши успехи. Угу. Кроме вас есть еще молодые люди, преподаватели, или вы один? Не, есть у нас сравнительно молодой, да, по меркам этот коллектив. Вот. И мужчины есть. Есть у нас мужчины, да, вот еще. Вот тоже заслуга есть, директора, потому что завлечь мужчину, преподавателя в школу, это, наверное, очень сложно. Ну, директор, в общем, я самый младший. Отвечает за расстановку кадров в учреждении как раз. Мне есть, в общем, на кого равняться. Там, да, у нас другие преподаватели. Сколько у вас учеников, Александр?
У меня в данный момент 11 учеников. И вы обучаете игре на гитаре? И на балалайке? Нет, я балалайщик. Просто, как бы, возможности студии не позволяют концертмейстеру. Илья играет с концертмейстером. Да, то есть это фортепианный аккомпанемент. Вот. Ну, тогда не могу вас не спросить тоже, почему вы выбрали балалайку? Что это такое? За любовь такая к балалайке. Ну, сложно сказать. Это тоже случайный был выбор, потому что вот когда поступал, первое образование у меня училище культуры, и вот там я как-то вот мне предложили на балалайке. Я, хорошо, давайте попробуем. И очень понравился. Да, инструмент оригинальный. А столько любви, да, к этому инструменту. Ну, да, инструмент очень интересный, и тембрально он звучит очень интересно. Ну, то есть это как бы отдельная, может, даже тема, не стоит сейчас акцент смещать да, на да, это. Но балалайка же исконно русский инструмент. Да, поэтому трогает душу-то, да, потому что в нас же это все генетически заложено. А они играют музыку современную. Ну да, есть такой у нас эксперимент, вот мы попробовали в прошлом году исполнить на балалайке джазовые темы. То есть поучаствовать в конкурсе, который проходит на базе нашей школы, музыкальный коллаж. Вот. Ну, достаточно успешно, я считаю. Вот. Ну, здесь, конечно, заслуга... Достаточно это гран-при. Достаточно успешно. Заслуга Ильи в этом, конечно, это человек работает. Илья, а как вы видите свое будущее? Вот тоже интересно. Ну, пока что не задумываюсь, то есть не заморачиваюсь над своим будущим. Но оно будет вот с музыкой связано? Как, ну, как вам кажется? Я же говорю, пока что я не знаю, то есть я думаю. Да, ну это уже серьезный, ответственный разговор. Но у нас ребята вообще серьезные. Вот музыка и серьезные отношения, это связано? И вообще быть серьезным и музыкальным, творческим. Музыка и математика связаны с точными науками обязательно, конечно. Да. Музыка – это серьезно. Да. Ну, давайте... Это глубоко. Да, это вот согласна с вами. Ну, давайте посмотрим еще один фрагмент серьезный, глубокий и важный музыкального исполнения, и вы нам потом его прокомментируете. Это было за выступление? Это выступал образцовый художественный коллектив «Хор Свирель», занявший первое место в конкурсе по Приволжскому федеральному округу «Поют дети России». Удостоен был участия в федеральном туре этого конкурса в «Артеке». В прошлом году хор в составе выезжал в «Артек» и уже участвовал в туре. Заняли мы для нас почетное третье место. Это очень важно. 42 коллектива, вся страна. И третье место – это здорово. Да, вот, знаете, у меня такой вопрос родился. Такое у вас чувствуется движение, любовь к хоровому пению. Могут ли взрослые люди, помимо учеников, как-то вот тоже прийти вот на базе вашей школы и тоже там попеть, образовать народные те же песни? Много же любителей и желающих. Могут? Родители принимают активное участие в жизни школы, в жизни своих детей. И это помогает каждому ребенку, когда мама или папа поют. А у нас поют обязательно они. Мы сможем вам это показать. Да? У нас грандиозные праздники проходят. Причем это все театрализовано. Хор не просто поют. Мальчиков заставить просто петь. Да, знаете, да, как да. Именно заставить, я говорю. Полюбить немногие полюбят. А здесь нужно еще, чтобы стоял хор всех возрастов, а у нас по 10 класс поют в хорах. И приходится как бы изобретать всевозможные новые формы. Одна из форм – музыкальный театр. Там, где даже если у тебя нет голоса,
Мы ведь не отбираем детей вот именно по голосовым данным. Вокалистов сильных. Мы принимаем всех детей, кто пришел учиться в гимназию. Вот они пришли учиться в гимназию. Параллель, и мы начинаем с ней работать. Каждый параллель хор. Но еще есть и хор их родителей. И у нас вот, фестивали семейного музицирования проходят. Замечательное совершенно. Конкурс, ну, фестиваль, он не конкурс, городского уровня. Да. А в спектакле, когда музыкальный спектакль, каждый ребенок может проявить себя. Если он не может петь, не может танцевать, значит, он будет грибком, цветочком, пчелкой. Но обязательно кем-то он себя реализует свои, да, и разовьет, да, свои творческие, да, возможности. Это очень важно, да, для детей. Конечно. Александр, а вы как вот вы такие инновационные формы поддерживаете? Что-то вот вам приходит как молодому преподавателю? Вы имеете но, да, вот что-то новое привнести, какие-то инновации, ну, не по традиционной я, схеме обучения. Дело в том, обучения. Что немножко это не моя сфера, хор. Даже да? не в хоре, а да, вот да, в вашей именно работе. Вот свои да. практики, да, я поддерживаю. Дело в том, что, к сожалению, в последнее время такая наметилась тенденция, что традиционные инструменты народные, вот баян, балалайка, домра, они отошли, то есть гитара их вытесняет очень сильно, барабан, вот современный вот... И сейчас встает вопрос такой, что вот каким способом можно их популярность поднять. И я, ну, занимаюсь самообразованием, часто смотрю вот видеоролики какие-то, вот и много что кто выкладывает в YouTube. И когда-то, я уж не помню, когда я наткнулся на то, что на балалайке исполняют, ну, то, что практически никогда бы не подумал, что исполнит. Уж не помню, что это было. Вот. Но это меня как бы вдохновило на то, и я подумал, что да, наверное, надо репертуар на злобу дня какой-то придумывать, уже самому садиться и что-то как-то... И так вы к джазу пришли, вот к этому, да, к этой мысли, что джаз на балалайке? Ну да, то есть да, мы вот? Играем на балалайке традиционно, и в том числе инновации, да, это исполнение каких-то вот современных произведений. Да. Вот. Потому что... Школа инициатор конкурса «Музыкальный какого? Коллаж». А, музыкальный... Вы инициаторы именно. Инициаторы были, да, развиваем его, сохраняем, развиваем. Сейчас он всероссийского уровня проходит, этот конкурс. Да. Михаил, скажите, вам лучше, ближе и интереснее, и приятнее играть музыку традиционную, народную, на баяне? Или вы тоже экспериментируете с джазом на баяне или еще с чем-то современным? Нет, я больше все-таки играю традиционную. Классика, да? Да, вот русскую народную музыку. Мне вот это нравится. Нравится, я... да? Аккомпанируете и поете, да? Да, я просто добавить. Дело в том, что эти ребята, они еще играют в составе ансамбля «Скоморошники». Mm-hmm. Вот у нас. Ну, он раньше назывался, сейчас они, конечно, уже выросли. Сейчас подумаем еще над тем, как их называть. Вот. И мы там, да, тоже экспериментируем. Вот сейчас мы тоже вот в этот год как раз Миша поиграет тоже джаз. Там попалась такая новая вот, пьеса. Миша, то есть в составе этого ансамбля, да, предстоит поработать. Вот. Так что это все у него. Да, ну давайте посмотрим еще на фрагменты. Будут ли там эксперименты, узнаем. А пока смотрим. Здесь уже театральное какое-то представление, да? Да, это именно вот музыкальный театр. В каждой параллели, в каждый хор представляет постановку, готовит к концу года и ее показывает. Это младшая группа была хора «Свирель». Да, вы знаете, что я подумала? Костюмы разнообразные были.
кто вам помогает? Родители все-таки. Все-таки родители задействуются тоже. Да. Знаете, какой вопрос еще? Вот этот статус, вы стали лучшей школой из числа 50 по России. Он что, какую ответственность на вас? К чему обязывает? Обязывает. Да. Планку не просто так удержать, а поднимать ее выше и выше. Как можно больше конкурсов. Угу. С хорошими призовыми местами. И уже есть какие-то идеи? Конечно, конечно. С началом учебного нового года, да? Вот что-то где-то участвовать, да? Вы знаете, в нашей деятельности там за год, обычно даже за два. Да? Нет, ну да, они всероссийские, они, как правило, раз в два года. И там несколько туров, так что программа большая, и все, вот не только наша школа, все так работают, заранее выбирают репертуар, как бы дают... Ребенок еще как бы не готов его играть, но заранее, как бы на вырост, такое есть выражение. То есть заранее это все планируется, да, не так вот, что раз... Да. Ну, хотя, да, бывает случаи, когда неожиданно какой-то конкурс появляется на горизонте, и раз смотришь, твоя программа подходит к требованиям этого конкурса, да, и тогда принимаешь участие. Илья, сколько часов музыка занимает вот в дне? Ну, помимо музыкальной школы, у меня же есть еще и общеобразовательная, где тоже задают много заданий. Ну, 8 часов сна, а остальное вот сколько музыки принадлежит? Ну, может быть, час, может быть, минут 40. В день, да? В день. В принципе, не так много, да? Ты, конечно, не задание имеешь в виду, выполняешь. А вообще, да? Ну, и в школе, школа, и после школы, да? Да, я здесь так скажу, как правого преподавателя. Илья вот, ну, не очень, так скажем, любит заниматься дома помногу, так вдумчиво. Ну, в силу возраста еще, да, вот как бы это. Он не готов самостоятельно копаться во всем этом. Поэтому мы это компенсируем на уроках. То есть мы занимаемся усиленно. Да, вот мне просто вот интересен такой момент, вот как раз воспитание. Татьяна Анатольевна много говорит о воспитательной функции. Как не сделать так, не допустить того, что вот ребенка заставляют, вот отправили в музыкальную школу, да, и заставляют его на инструменте и в школе, и дома, и репетировать, и ходить опять заниматься. Вот этого у вас нет, таких проблем не возникает с учениками? Проблемы такие возникают, они естественные. Учиться – это трудиться, это труд. Да, и любой гениальный музыкант, он по сколько часов сидит за инструментом? Да. Вначале вот они идут от такого, от интересного, развлекательного, к сложному. Кто-то остается с музыкой навсегда, но их единицы, их немного. Нам важно, чтобы каждый в жизни стал успешен и востребован. Нашел свое место в социуме. У нас школа вот несколько другая. Именно чем она уникальна. У нас связь с общеобразовательной школой. Да. У нас создана единая культурно-образовательная среда. И мы опять-таки в ней не теряемся, а мы воспитываем и учим профессионалов, музыкантов. Да, их несколько будет на выпуске, но они будут хорошие музыканты, они будут хорошо учиться в вузе, затем пойдут работать в школу. В школах нашего города, почти в каждой школе нашего города, есть наш выпускник. Да. Очень приятно. Михаил, а в вашем дне сколько музыка занимает? Вы есть такие моменты, когда вот, ну, надоело уже этот баян? Уже вообще невозможно. Не хочу играть и не буду. Есть еще сольфеджио, музыкальная литература. Да, как это можно преодолеть в себе? И нужно ли это делать? Или лучше отдохнуть? Отложить в сторону на время? Ну, когда такое бывает, когда я поздно прихожу домой... И мне не хочется уже играть на баяне. Я вспоминаю, что мне нужно готовиться к всяким конкурсам. Вот тоже серьезный ответ. Серьезно, совсем поздно. Да, чтобы соседи не жаловались. Они у нас лауреаты, победители конкурсов. Да, конечно, это труд, большой труд, чтобы стать призерами, лауреатами. Ну, давайте еще посмотрим один фрагмент и будем продолжать. Oh!
тематический был фрагмент, да, наверное, что у вас творится на праздниках, да, да вот, это, наверное, да. сложно даже представить. Нам повезло, у нас большой актовый зал, угу. в котором 200 посадочных мест. Вот он всегда бывает полон, переполнен бывает, потому что приходят с семьями, приходят коллеги посмотреть. Да, плюс большой, конечно, большой зал актовый, большой плюс. Старшеклассники, да, все да. приходят угу. на эти праздники. Это один из праздников хоровых. Да, помимо таких наших традиционных, еще существуют у вас хоровые да. И театрализованные. Да, конечно, жизнь кипит. Александр, вы взаимодействуете как-то с родителями, общаетесь или только вот с учениками в основном? Или тоже подключаете родителей? Собственно говоря, с этого и начинается все. Да? Да, с работы с родителями. То есть, ну, как у всех, собственно говоря, наверное, начинающих педагогов, у меня первое время тоже были небольшие ошибки. Я как бы только с детьми работал. Сейчас я понимаю, что надо начинать именно с родителей. Это в первую очередь. В Японии даже, говорят, я где-то уже слышал, это тоже какой-то передача, может быть, даже вашей, кто-то говорил о том, что сначала дают поучиться полгода родителям в музыкальной школе. Вот если они выдерживают, тогда только дают туда детей своих. Мы предупреждаем родителей. А по поводу взаимодействия еще с родителями, у нас есть такая форма, это фестиваль, да, если не ошибаюсь. Семейного музицирования. Семейного музицирования, на котором... А родители могут принимать участие со своими детьми, ну или семейные дуэты там, допустим, даже квартеты, там разные бывают составы, там или брат с сестрой. С аккомпанементом, то есть, и вся это семья. Он городской, да, все желающие могут принять участие. Городской. В этом да, важно у вас очень такое замечание, даже рекомендация начинать работать сначала с родителями, потом с детьми. Еще один фрагмент у нас остался, да, давайте его посмотрим. Что это было? Это было выступление нашего хора на открытии конкурса Кабалевского. Как вначале я сказала, что мы притворили в жизнь идеи массового музыкального образования, но, правда, в одной отдельно взятой школе, это тоже немало, Дмитрия Борисовича Кабалевского. И мы участвуем второй год в открытии, мы исполняем кантату большим школьным сводным хором, с симфоническим оркестром под управлением нашего дирижера Михаила Щербакова. Это очень почетно, это конечно. Очень важно. Это одна из форм совершенно необыкновенных в работе. Наши ребята участвуют в городских мероприятиях. День Самарского знамени, Святое Самарское знамя, День государственного флага, День Победы везде, где только проходит мероприятие. Да, и это замечательно. Действительно, убедилась, что очень много у вас нового, интересного. Желаю вам продолжать в том же духе, чтобы у вас также горели глаза. И чтобы спасибо. Музыка в наших душах, благодаря вам, все самое прекрасное проявлялась. Спасибо огромное за ваш труд. Это действительно труд. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.